Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Здравствуйте, в студии Владимир Сметанин. Многодетным семьям продлили выплаты на погашение ипотеки. Программа будет действовать до 31 декабря 2023 года. Семьи, в которых с 1 января 2019 по 31 декабря 2023 родился третий и последующий ребенок, смогут получить выплату 450 тысяч рублей и направить ее на погашение ипотечного кредита. Срок заключения кредитного договора, соответственно, продлен до 1 июля 2024 года, рассказали в правительстве области. С 2019 года эту выплату получили 2235 кировских семей. Еще порядка 3500 заявок получили одобрение. Жители Кировской области получили 642 тысячи налоговых уведомлений. Заплатить имущественные налоги необходимо до 1 декабря. Они полностью идут на муниципальные нужды, на содержание больниц, школ, детских садов и дорог. От полноты и своевременности их уплаты зависит в том числе социальное обслуживание населения, отмечают в налоговой службе. По данным ведомства, на 31 октября от налогоплательщиков уже поступило 650 миллионов рублей. Это почти треть от всех начислений. В эфире «Экономика». Задача любого бизнеса – получение максимальной прибыли. Понять, реально ли получить больше, чем сейчас, помогут данные управленческого отчета о прибылях и убытках, если, конечно, в компании принято формировать такой документ. По словам руководителя компании «Бухгалтер и я» Татьяны Максимчук, он позволит оценить не только размеры прибыли и убытков. Он как раз показывает, сколько вы заработали. Там идет реальная стоимостная оценка материалов, которая пошла на оказание услуги. Какие услуги были реально оказаны, ваша реальная выручка. Повышайте управленческую грамотность и эффективность вместе с компанией «Бухгалтер и я». Звоните 213-112, чтобы записаться на консультацию по внедрению управленческого учета в вашей компании. Это порядок во внутренних процессах, понимание работы в цифрах и инструмент для принятия решений для оптимизации или масштабирования. На этом все. У микрофона был Владимир Сметанин. Программа «Экономика».